Карли Берри – женщина-кошка. Но любит она собак. В компании Джекси и Ро встречает почти каждое утро. А потом на кухне Топлис готовит яичницу. Ну где такое еще увидишь? Восхитительный вид. Да, согласна. Халли, ну, дивно хороша, а ее стиль в одежде восхищает 5,5 миллионов подписчиков. В повседневной жизни она хулиганка, на дорожке – женщина-вамп. В промо-туре нового фильма Халли смущала Киану Ривза смелыми нарядами. Но холостяк Ривз может спать спокойно, он слишком хороший, чтобы нравиться Берри. Пусть уходит. Именинница вечно влюбляется не в тех, а сейчас и вовсе решила растить детей одна. Я сделала свой выбор. Халли терпела побои от всех бывших мужчин. Ее избивали официальные мужья, бейсболист Дэвид Джастис и музыкант Эрик Бене, гражданские, актер Уэсли Снайпс и певец Кристофер Уильямс. Отец дочери Халли, манекенщик Габриэль Обри, преследовал актрису после расставания, пока дверь ему не открыл Оливье Мартинес. Вот так выглядел манекенщик после этой встречи. Наверное, я их просто боюсь. Берри рассталась и со взрывным Мартинесом в 2016-м, но успела родить от него сына Массео. Массео она надеется вырастить джентльменом. Да, так прочных знакомств не завяжешь. Я не люблю чувствовать себя связанной. Любимые цветы Халли – подсолнухи. С приходом темноты они закрываются, чтобы потом возродиться. Она тоже закрывалась от ударов, но сегодня может отметить день рождения спокойно. Халли Берри, 53.